Ребятки, всем привет! Вы на канале AMF Films. Хотели бы принять участие в игре «Камень-ножницы-бумага», где на кон вы поставите все свои долги? Вы не знаете, где найти такую игру, а вот наш герой нашел. А может быть и зря. У микрофона Марк, и это пересказ кинофильма «Планета зверей». Мы поплыли. С тех пор, как Кайси исполнилось 8 лет, она ощущает связь с персонажем по имени Суперклоун. Когда его эмоции выходят из-под контроля, парень начинает видеть людей вокруг себя странными существами из ТВ-шоу. Он работает клоуном в аркадном зале. Однажды молодой человек встречает своего одноклассника Ли Цзюня в образе монстра. Тот рассказывает, что владельцу роскошного кондоминиума очень нужны деньги, и он продает свое ранее выставленное за 12 миллионов юаней жилище за полцены. Ли не хватает еще 3 миллиона, и он просит Кайси продать свою квартиру. Молодой человек отказывается, ведь это все, что у него осталось от отца. Ли уверяет, что перепродажа принесет им миллионы, и это поможет оплатить медицинские счета тяжелобольной матери Кайси. После смены он навещает ее в больнице. Приходя уже не в первый раз, молодой человек оказывает знаки внимания молоденькой медсестре Люцин. Все же милых воркований оказывается недостаточно, и мать юноши вывозит в коридор, потому что сын не может оплатить дальнейшее нахождение в палате. Направляясь к старшей медсестре Чэнь, Кайси подслушивает разговор. Женщина отчитывает Лю за дружбу с ним и настаивает на том, чтобы девушка познакомилась с доктором. Кайси тихо уходит и сидит с матерью в коридоре. Люцин объясняет, что его мать пришлось вывести в коридор из-за массового отравления. Из-за этого другим пациентам тоже нужны палаты. Кайси замечает дорогую сумку, которую девушке подарил доктор, и предлагает ей устроить свою жизнь с ним. Лю Цин уходит с разбитым сердцем. В отчаянии парень звонит Лю Цзюню и соглашается на его предложение. На следующий день они продают квартиру, ставя отпечаток пальца матери в качестве подписи. Кайси просит прочитать контракт, но Лю говорит, что он на английском, и отдает его странному парню по имени Андо. Спустя несколько дней молодой человек получает голосовое сообщение от Ли. Он отправляется в его офис и узнает, что того уволили за 2 месяца назад из-за кражи первоначального взноса клиента. Андо предлагает выход. Он проводит парня к Андерсону. Мужчина рассказывает, что Ли использовал квартиру Кайси как гарантию для получения 6 миллионов юаней в долг, который проиграл. Он показывает, что Ли переписал долг на друга. Андерсон предлагает парню сыграть в игру. Если он победит, то оплатит долг и сможет заработать сверху. Но если проиграет, будут страшные последствия. Подумав о Люцин и матери, Кайси подписывает бумагу. Позже он идет в больницу и просит девушку присмотреть за матерью. Лю понимает, что Лю Цзюнь впутали Кайси в дела с мафией. Вместо ответа юноша просит отключить систему жизнеобеспечения женщины, если тот не вернется через неделю. Кайси и остальных участников игры собирают на парковке. Каждому перед посадкой в фургон вводят анестетик. Вскоре участников сажают в клетки и ставят на шее номер. Андерсон озвучивает правила. Участники получают 3 звезды и 12 карт с камнем, ножницами и бумагой. Они будут использовать карты, чтобы играть в соответствующую игру. Проигравший теряет звезду. Судья бросает использованные карточки в контейнер. Тот, кто потратит все карты и сохранит все звезды, победит. Через 4 часа тех, у кого меньше 3 звезд или есть карты на руках, ждет казнь. Стоит потерять все звезды, и казнь наступит сразу, а от их карт избавиться. Андерсон предупреждает, что казнь приведет к страданиям, а победа гасит долг. Игроки могут один раз взять денег в долг под 1% в минуту. Звездами и карточками можно свободно обмениваться. Мужчина вызывает к животным инстинктам, объявляет начало игры «Планета зверей». Цзинькунь знакомится с Кайси и показывает ему камеры. Он полагает, что за ними наблюдают богачи, делая ставки. Парень предлагает план – играть в ничью. Звезды останутся, а карты уйдут. Он показывает Кайси свои карты и просит, чтобы он положил свои в том же порядке. Несмотря на сомнения, молодой человек садится играть. Они играют ничью, но после нескольких раундов Цзинькунь все же забирает звезду у соперника. Он извиняется, мол, напутал порядок, обещая позволить парню победить в следующий раз. Кайси обвиняет его в жульничестве, но охрана утверждает, что Андерсон не запрещал. У парня начинаются галлюцинации. Он выходит в коридор и видит кучу участников. Открыв дверь вновь, он оказывается в космосе и падает в океан, который мгновенно замерзает. В чувство его приводит Лю Цзюнь, который вступил в игру, чтобы отыграть квартиру друга. Он говорит, что один из бывших участников рассказал, что проигравший оплатит свой долг, будучи лабораторными крысами. Остается меньше 2 часов. У каждого по звезде. Кайси придумывает план, но им нужен игрок с 2 звездами без карт. Они находят Мэнни, который совсем
совсем им не доверяет. Молодец. Когда он видит, что у Кайси 4 карты с ножницами и одной бумагой, Мэн крадет бумагу и бежит к столу. Он проигрывает этой картой. Тем временем Кайси занимает 500 тысяч долларов, чтобы купить запасную звезду на случай проигрыша. Он ставит все на удачу и побеждает против бумаги соперника. Заработав вторую звезду, он вызывает соперника на второй раунд, показывая, что у него 3 карты. Оппонент соглашается, только если тот отыграет 3 раунда своими картами. Следующий раунд Кайси проигрывает. Команда отговаривает его продолжать. Однако он уверен, что противник принял вызов, думая, что у него осталось по одной карте каждого типа. После карты с ножницами оппонент думает, что у Кайси остались камень и бумага. Он играет 2 бумагами и проигрывает 2 ножницам Кайси. Итого у команды 5 звезд. Кайси предлагает выкупать камни, ведь сейчас часто использует бумагу. Предполагается, что к концу игры бумаги не останется и камни будут давить ножницы. Чтобы никто ничего не заметил, карты выкупятся у игроков с 3 звездами. Ожидая, когда закончится бумага, Лю Цзюнь спрашивает Кайси, что случилось на его 8-летие. Тогда за дверью был слышен свист. В дом ворвались люди и потащили ребенка в гостиную. Ему включили шоу суперклоуна, чтобы скрыть шум нападения на отца и мать. В итоге суперклоун въелся ему в мозг. Вскоре ребята узнают, что ножниц становится меньше из-за ничьей. Кайси понимает, что кто-то додумался до той же стратегии и выкупал бумагу. Мэн и Лю Цзюнь бегут играть и теряют по звезде. Вскоре игроки с главарем Лукой подходят к ним и говорят, что узнали об их плане и купили бумагу. Лука предлагает продавать им звезду за одну игру. Кайси предлагает повысить количество звезд, но тот отказывается. Он показывает лишнюю карту и говорит, что один раунд закончится гарантированной победой. Юноша все равно ставит 3 звезды своей команды против звезд команды Луки. Тот принимает вызов на 3 звезды и все оставшиеся деньги. Игра началась, и Кайси снова посещает видение. Внезапно Лука засомневался, но судья не дает ему поменять карту. Так подтверждается теория Кайси, что команда Луки собиралась играть ничью. Однако у них нечетное число карт, и Луке необходимо было убрать одну, зная, что у Кайси только камни. Но он использует ножницы и побеждает. Теперь у них 4 звезды. Молодой человек предлагает Луке отдать свои карты и 100 тысяч долларов сверху, иначе он расскажет всем, какие у него значения. У парня нет выбора, и он соглашается. Кайси высчитывает карты своих противников, ожидая, пока сольются еще 2 с бумагой. Тем временем Цзинькунь просит внимания. Он говорит, что карт осталось мало, и предлагает перемешать их. Выбора нет, и Кайси сбрасывает свои карты. Цзинькунь перемешивает и раздает их. Вместо того, чтобы отдать карты Кайси, он бросает их в воздух. Игра продолжается, а трио собирает карты и понимает, что у них на руках 32 камня, 3 ножниц и 34 бумаги. Кайси обвиняет Цзинькуня в пометке. Один из игроков проверяет информацию и видит, что у его ножниц вогнут край. Теперь Кайси единственный, с кем может играть Цзинькунь. Парню удается убедить соперника поставить 5 звезд. Он выигрывает, и по истечению времени у него в арсенале остается 10 карт. Теперь парня ждет казнь за лишнюю карту. Его бросает в черную комнату с остальными. Андерсон собирает игроков и показывает окно в черную комнату. Он позволяет им без карт, но с недостающим числом звезд спастись от черной комнаты, купив тех, у кого есть звезды. Продав свои звезды, можно получить деньги и оплатить долги, уйдя с остатком. Лю Цзюнь спрашивает, можно ли использовать свои звезды, чтобы спасти Кайси, и Андерсон соглашается. Игроки пытаются купить звезды Ли, но тот хочет спасти друга. Ему предлагают 500 тысяч за 1 звезду. Мэн говорит, что звезды будут стоить миллионы, а им надо платить проценты по долгам. С чувством вины Ли просит прощения у Кайси и обещает позаботиться о его матери. Человека со шрамом спасает напарники, потратив занятые деньги. Кайси избивает его, а сидящий в камере старик осматривает. Он замечает бинт на спине и срывает его. Кайси видит, что под ним алмазы. Теперь его жизнь спасена. Старик просит передать послание своему сыну. Ничего не ответив, Кайси уходит. Выйдя в коридор, он избивает Мэнни и Цзюня, забирая деньги и звезды, чтобы освободить старика. Андерсон с любопытством наблюдает за происходящим. Вскоре Кайси возвращается к Лю Цин и своей обычной жизни. Однажды он замечает Энда у палаты матери. Он идет за ним в пустой коридор, по которому раздается тот самый свист с 8-летия Кайси. Поворачиваясь, он осознает, что убийца его отца был тот самый Андерсон. Мистер Андерсон, вам не кажется... Ладно, это не отсюда. Есть сериал «Игра в кальмара», а есть фильм «Камень, ножницы, бумага».
Что вам кажется круче? Пишите в комментариях. Огромное спасибо за просмотр. Как всегда, подписываемся на канал, ставим большие пальцы вверх и, конечно же, пишем комментарии. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. У кого что? У меня камень. Смотрите все, везде и сразу вместе с AMF Films. Пока-пока.